have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, Fear and Hunger в наших глазах, в наших сердцах. Идем мы дальше. На самом деле, под словом «идем дальше» я говорю, что идем мы назад. Но пока мы будем идти назад, собственно, за девочкой, я вам расскажу маленькую историю, что и как произошло. В общем-то, как я вас и предупреждал, я пошел за кадром делать все то, что мы делали в прошлой серии до того, как нас грохнули, потому что я подумал, что я все это сейчас сделаю и сохранюсь. Сохранится, сохранился. Вы, кстати, видели где. И смешной факт о сохранении. Я использовал счастливую монетку. Так вот, счастливая монетка меня и выручила, потому что основная монетка выкинула неправильную сторону, и меня бы вполне могли захавать. Вывод, у меня осталась одна монетка счастливая, и это меня крайне тревожит. Так, кто действительно ест, взять немного. Гнилое мясо, оно слизкое, едва, та-та-та-та-та. Одна из личинок залезает тебе на руку. Пфф, хорошо. А я сразу стал слегка голоден. Как круто. Разум, не, погодите, разум пока что. Пошел, на этот раз мне, кстати, по луту повезло немножечко больше. Так, у меня осталось два маленьких ключа. Гнилого мяса 2. И обычное мясо... Есть 2 жареных мяса, 6 сырого мяса. Блин, да, кстати, сырого поднабрался. Спасибо, да, я вспомнил насчет зелья жизни. Предупреждали, реально говорили, не трогай, не надо. Но, блин, я потратил день, купил зелье, которое возвращает жизнь туда. Оно типа меня отравит, я не буду его кушать. У нас есть рагу, червивый сок, счастливая монетка, к сожалению, только одна. У нас есть метательный дротик, метательный нож. Так, хорошо. Что я, в принципе, получил и что такого хорошего? Я вам сейчас покажу. Я получил, во-первых, щит с орлом, что он лучше, чем деревянный баклер. Я получил латные доспехи. Также я нашел броню... кожаный доспех, но он по своим составляющему... Видите, он дает 66, и наша броня и шкур тоже дает 66. Поэтому вот этот вот латный, который я нашел, он дает 86. Очень хорошая штука. Вместе со щитом очень хороший буст. Это я полазил по подземелью и повыкидывал монетки там, где мы с вами в прошлый раз длинноногами искали, где и что. Так вот, это было там. Пойдемте за девочкой. Так вот, пошел я все это делать, но решил не забирать девочку, потому что мне нужно было замаскироваться под стражника, чтобы пойти дернуть рычаг. Пока я был там, я решил посмотреть, позаглядывать, что там в камеры, потому что, опять же, вы мне написали, что где-то в камере сидит наемник, которого можно вытащить. И наемник там был, все правильно. Я даже умудрился покрутиться... между этими, блин, вот эта тряпка, кстати, не рвется. Между этими, которые там летают, и ни с кем там не подраться, я просто его вытащил. Но проблема была в том, что было у меня только одно красное зелье, которым я мог открыть камеру. Камер там запертых 3. В одной сундук, в другой что-то блестит, в третьей был наемник. Вот наемника, собственно, я и вытащил. Я сейчас быстренько завершу историю, потом будем продолжать с девочкой. Так вот, я его вытащил. Там также в его камере находилась странная кукла. Она у меня осталась или нет? Странная кукла, да, осталась. А почему она в броне? Кукла найдена в одной из тюремных камер, изображает высокого брюнета. От взгляда на нее бегут мурашки. Да, у куклы была чертовски плохая аура. Минечку, вы хотите сказать, что ее можно одеть как аксессуар? Тесак. Кстати, а скимитар... Да, скимитар хуже, чем наш топор. Жаль. Да, я могу вместо латных наручей ее одеть. Я что-то даже не заметил, что это часть экипировки. Так вот, был там паренек, я с ним поговорил. Он такой, ой, наконец-то кто-то меня спас. Как хорошо, что ты пришел. Я у него спрашиваю, типа, чувак, что ты тут делаешь? Он говорит, у меня тут вроде как свое задание, но если ты не против, давай сейчас не будем об этом. И вообще, я очень сильно вымотан и устал, и если ты не против, давай-ка пойдем вместе. На это у меня было 3 варианта ответа. Да, хорошо, нет, и напасть на него. Я помню ваши комментарии, что в одной из камер сидит боец, возможно, наш напарник, все хорошо, все нормально. Я говорю, да, чувак, пойдем. И он идет со мной. Все хорошо, все нормально.
Я собираюсь пойти, вот это было, собственно, за пару минут до сохранения, я собираюсь пойти сохраниться, выхожу на этаж выше, и мой напарник пропадает. Также из моего кармана пропадает синий флакон, который, возможно, был украден. И все. И больше я этого типа не видел. Возможно, мы с ним встретимся где-то дальше в подземелье. Но я потратил красную зельку, чтобы его вытащить. И синюю зельку он у меня спер. И сбежал. Черт, это было крайне неприятно. Хорошо, девочка. Девочка, пойдем. Видишь маленькую девочку, запертую в клетке, она прячет лицо от твоего взгляда. Что будешь делать? Поговорить она нам... она не говорит, да? Всхлип, ты в порядке? Она не отвечает. Давайте, открываем клетку. Маленьким ключом. У меня остается один маленький ключ. Черт. Девочка молчит. Мне об этом говорили, что она не особо разговорчивая. Ну, хорошо. Вот как это. Кстати, у нас фобии начинают вырабатываться, да? У нас рабдофобия, у нее фазмофобия. Надо будет почитать. У нас была книжка про фобии. Черт! Было такое, да. Так, хорошо. Что у тебя? У нее черное одеяние, экипировать оружие ей дать не могу, щит ей дать не могу. Голову ей тоже дать не... О! Давай-ка ей тогда кожаный доспех вот этот вот дам. Он в любом случае будет получше. И аксессуар. На тебе странную куклу. Я не знаю. Возможно, я только что подписал или ей, или себе смертный приговор. Но ладно. Будешь ходить с куклой. Это мне ее теперь еще и кормить надо будет. Ах ты ж. Мелкая ты. Ай. Ладно. Я, кстати, не успел, как-то даже не то, что не успел, а просто не подумал открыть инвентарь нашего недолгого напарника, когда он с нами ходил. Печалька. Так, ладно. Вы в комментах немножечко разошлись во мнениях, что мне нужно, гнилое мясо или обычное мясо для волчицы. У меня есть и сырое, и жареное, и гнилое, и все, что только можно. Кстати, метательные ножики она брать не захотела. И дротики тоже она... Ну, дротики, наверное, нужно что-то, из чего их стрелять. Хорошо, пойдемте. Пойдем мы теперь, собственно... Туда же, с тыквой я еще не говорил, и теперь я не знаю, стоит ли мне говорить с тыквой, при том, что у меня есть с собой такой желанный для него товар, хочу ли я с ним разговаривать на эту тему. Много чего интересного пишите, очень меня это радует, спасибо. Кстати, насчет вот этих вот факелов, в принципе, где-то я согласен, где-то не согласен. Например, выяснить, что находилось в тех камерах, можно было только с помощью вот зажигания факелов на стенах, потому что иначе ты не видишь, что находится в дальней части, и можно было бы рандомно открывать. Рандомно мне не подходит, потому что, собственно... Сейчас пойдемте, я вам покажу. Надеюсь, я не напарюсь на этих чуваков. Там летает до сих пор одна шушера, вот эта вот, которая неприятная. Видите, тюрьма третьего уровня. Вот как только мы дошли сюда, я перешел на другой уровень, и мой напарник от меня слинял. Здесь у нас кровати, здесь труп. В общем-то, две камеры у нас здесь. И вот тут вот поджигаешь, и тогда видно все, что находится. Видите, там что-то блестит в этой камере. Вот, а в этой камере был, собственно, наемник. Все, я пошел отсюда. Третья камера находится там, через стеночку, где стражи. Ну, там, не доходя до стражи, поэтому... Так-то по-хорошему я бы, наверное, сходил, послушал, что мне скажут рыцари по поводу девочки, если они мне что-то скажут. Я не знаю. Да, насчет матери я понял, что мне не стоит... Ну-ка, атака. Атака. Ноль. Да. Я понял, что мне пока что не стоит идти к матери. И вообще это все не самая хорошая идея была.
Вон он там ходит, этот чувак. Вы мне что-нибудь скажете по поводу данной персоны? Та-та-та-та-та. Забудь. Ты? Что? Так, забудь. Нет. Новых у нас опций диалогов никаких не появилось. Я там через вот эти щели проходить не могу. Это немножечко печально. Так, также я что-то сейчас немножечко приунул с того, что мне придется ее кормить. Я понимаю, что она, скорее всего, немного ест, но ей также придется разум поддерживать в нормальном состоянии. А чем это делать? То есть она же вроде как маленькая, будет ли она употреблять алкоголь? Я не считаю это хорошим способом поддержания разума, употребления алкоголя, но ладно. Тогда мы сейчас пойдем вниз. Поведал я вам свою печальную историю. По поводу чертового наемника. Слабеет от голода. Использовать механизм, да. Насчет голода. Я хочу, наверное, бутылочку виски применить. Да, блин, у нее разум тоже слабеет. И насчет голода надо бы что-то приготовить. И давайте яйца с беконом схаваем. Под подземельем были спрятаны такие большие пещеры. Да, были спрятаны. Так, намного менее голодным. Это тоже хорошо. У нас тут есть два пути, если я помню. Один это направо. Да, это к матери. А вот этот вот... Так, минуточку. Пока никого нету. Давайте крафтанем сделать предмет черничный пирог. Я могу скрафтить один, могу скрафтить два. Яйца с беконом. Нужно вяленое мясо, очень жаль. Грибную рагу я могу понаделать, их очень много. Оставлю немножечко грибов. Ингредиенты, капуста, морковь. Давайте, у меня все есть. Овощной пирог. А для этого ингредиенты, морковь, помидор, тушеное рагу. Две синие травы, синие зелья у меня получится. Так, тут нет вяленого мяса, тут огнево. Давайте я чисто один сделаю, чтобы открыть вопросительные знаки. Получается, здесь нет вяленого мяса. Вот это вот две синие травы. И это я получу зелье хилки, что ли? Синяя трава — это у нас хилка. Я не знаю, почему-то меня постоянно резидент путает. Вы мне уже и в комментах это писали, и все. Две синие травы, получаем синее зелье. Логично, что это будет хилка. Также можно синюю траву смешать с красной. Я не помню, если у нас есть красная. Погодите, у меня в принципе сейчас по хилкам не все так идеально, как мне хотелось бы. Поэтому... Ох ты ж, тут эти твари опять. Я не хочу с ними бороться, они не сложные. Просто я не хочу с... Ну, наверное, может, стоило бы зачистить это все. Тут ничего нету за колонной. Вот, пока удается их избегать, я буду, наверное, их избегать. Хотя вот в чем. Когда мы деремся с матерью, то, что она призывает, это она спаунит из воздуха или она призывает вот этих вот чуваков, которые здесь есть? Если да, то есть возможность их всех перебить. А, деревянный мост! Вот вы говорили, на деревянном мосту я встречусь с волчицей. Идем. Так. Предмет. Метательный зеленый кусок. Ребята! Ребят, у меня тут... У меня нету... Кусок ткани, взрывной флакон, зеленый флакон с вином, метательные ножи, дротики, червивый сок, зеленый, синий флакон... умение... Поговорить... кровожадность. Погодите. Самоубийство. Кровожадность. Перейти в состояние кровавого транса. Древний та-та-та-та-та. Убежать. Боевой клич. За... Нет, погодите. Как вы там говорили? Через что нужно-то ее было? Через... Умение. Предмет. У меня нету мяса в меню, вы чё?
Блин. Так, умение поговорить. Умение. У нее нет никаких умений вообще. Так, защищайся. Ты пытаешься поговорить. Точно, точно, точно. Предложить гнилое мясо. С помощью поговорить. А, тут палку можно кинуть. Предложить гнилое мясо. Умение поговорить. Да, так, ты защищаешься. Защищается. Поговорить. Пытаешься поговорить. Гнилое мясо. Безлунница. Теперь зверь принимает его без опаски. Фух. Взять ее в свою группу, да. Я что-то растерялся так на минуточку. Так, у нее кровотечение и заражение. Черт. Вообще некрасиво. Так, кусок ткани на тебя. На. И скажите, что у меня есть зеленая трава. Зеленые травы. На. Фух. А я мог это... Блин, я мог этого избежать. Я только что зря потратил ресурсы, жаль. Окей, окей, есть, есть. Ну, девочка бесполезная, волчица вроде как... А это случайно не вот эти вот матери, вот это вот прикованное? Что это такое? На ней висит огромное создание в закованной цепи. Он оно непонятно, живо... непонятно, живо оно или нет. Из груди сочится желтая слизь. Это вот она же, да? Это вот она же. Так, а что мы здесь через мост найдем-то? Фух, я думал там... А, тут нет больше ничего. И напасть я на нее не могу вот в этом вот состоянии. И пройти дальше я тоже не могу. Хорошо. Так, пропусти меня, мелкая кадабра. Фух, волчицу мы получили. Что-то я не знаю, меня переклинило. Вы же писали через поговорить, но я не знаю, у меня что-то нестыковка в голове получилась, и я не сразу сообразил. Ладно, можем пойти сюда, можем... Давайте я с тыквой поговорю, я не знаю, надеюсь, он на меня не нападет, увидев девочку. Ох ты ж. Блин, тут их много. Не, погоди, чувак, а что у тебя? Сырое мясо мы находим. Ой, голубой флакон бежит, качается. Я не буду пока с тыквой говорить. Что-то я думаю, что если он увидит девочку, он может немножечко сбрендить. Что-то уже ужасающее присутствие входит в эти подземелья. Мне этого, блин, не хватало в жизни. Кажется, тут совсем недавно велись раскопки. А, кто-то очень давно написал здесь что-то. Символы почти исчезли из-за времени и влажного воздуха. Черт, ты чувствуешь, как нечто зловещее вошло в комнату. Хочу ли я с ним драться? А, выломать дверь? Промах? Серьезно? Да, девочка... так, я промахнулся. Если я не промахнусь... Восемьдесят восемь. 302. Да! Пробили! Удается силой взломать. Хорошо, в ящике L. О, это хорошо. Так... Ну, мне, по сути, не оставляют особо выхода. Оно же там за мной идет. Два голубых флакона. Это лечилочки, кстати, наверное, да? Щит с орлом. Но я его уже нашел, спасибо. Хотя щит хороший, я не спорю. Вагонетку блокирует путь. Перелезть через нее будет тяжело. Тяжело, но возможно? Или... What's the point? Сюда можно... Ой, сюда можно пройти. Дверь выломать. Деревянная? Надеюсь, что деревянная. Атака. 78. Да. Вот, смотрите. Нашего урона, скорее всего, не хватало бы. Но с волчицей...
с волчицей получается довольно неплохо. А, получается, я и тут дверь, что ли? А тут... А, тут не дверь. Тут все нормально. Меня не очень устраивает, что та штука за нами идет. Ох ты ж, ёпрсте. Попробовать под водой что-то блестит? Уйти. Я руку сейчас в воду засуну. Тут столько трупов, вы издеваетесь руку в воду сувать здесь. Черт с тобой. Я же сказал! А, умение... убежать. Умение... защищаться. Отряд пытается убежать, побег не удался. Ау. Почему я... А, это... О! Слушай, так может мы ее убьем? Предмет. Блин. Морской дракон. Лишившись глаза, пытается нащупать. Ноль! Так. Атака. Морской дракон, язык. Давай по языку. У волчицы постоянно экстра терн. Хорошо. Я постоянно промахиваюсь или чё? Так, у девочки... Девочка защищаться вообще. Укус. 86. 280, да. Мы не отрубили ему лапу, чёрт! Промах, хорошо. Промах. Блин, а... Ну, я ничего не хочу сказать, но может мы победим? Сколько у него хпшки, блин, я ему уже 500 по лапе нанес. Так, волчицу надо лечить. Ха, промах. А, предмет. Да-да-да-да-да. Синий флакон. С голубой жидкостью и синий, это разные. А, так, защищаться. А, это двадцатку всего лишь поднимает, черт. Да откуси ты уже эту чертову лапу. Предмет. Синий флакон на волчицу. Да, откусили. Девочка у нас будет хилером. Все, я понял, чтобы не тратить... Давай вот так. Девочка у нас... Так, ты у нас пока защищаешься. Какой промах, ты о чем? Так, атака. Давай по голове. Ты у нас защищаешься. Если я правильно помню, что чем больше мигает, тем быстрее отпадет эта часть тела, да? То есть... Так, ты защищаешься. Здесь 63. Ай! Так. Атака, ты у нас предмет... Голубой флакон. Я не знаю, что он делает. Давайте вот так вот. 80 поста... Ох, я понял. Голубой флакон — это очень сильное лечение.
Блин. Так, так, так. У него два кровотечения идет, это хорошо. Атака по голове. Ты у нас защищаешься. Есть. Фух. Блестящий предмет казался каменной короной. Корона сделана из камня очень высокого качества, благодаря ему он сияет. Однако примитивный дизайн говорит о том, что она не может стоить дорого. Блин, волчица затащила. И я, кстати, потратил очень крутую, получается, хилку. Деревянный щит, каменная корона. Погодите, это тогда в доспехах получается, да? Голова. Пофиг, дает защиту. Погодите. А тебя ничего... Ну, понятно, это же волчица, я не могу и ничего экипировать. Давайте мы обыщем этого... Морской дракон убит, мертвая туша воняет рыбой. Использовать нож для снятия шкуры для Да, хочу использовать. Ты берешь себе немного мяса морского дракона. Пахнет восхитительно. Больше я с ним ничего сделать не могу. Ну, блин, это... Я изначально говорил, что это плохая идея. Смотрите, сколько здесь трупов валяется на берегу, и что-то блестит в воде. С другой стороны, ну, чисто за счет волчицы мы сейчас затащили, потому что она постоянно делает по два укуса, вешает кровотечение. Вообще очень крутая штука. Блин, это просто приобретение века. Взрывной флакон? Давай. Не, погодите, там же что-то еще было. Шахты 5 уровень, шахты 6 уровень. Взять факел. Уйти. Нет, слегка голоден. Я не хочу знать, что это. Я не хочу знать, что это. Пойдемте дальше, пока нас не убили. Я даже боюсь думать, где я буду сегодня сохраняться. Стойте, это зельки? Несколько зелий. Ты находишь взрывной флакон. Ой, жаль, только одна. Кто оставил здесь книгу? Среди них твое внимание привлекает дневник неизвестного стражника. Это мы сейчас, конечно же, почитаем. Дневник капитана, дневник неизвестного стражника. Вот. 16 августа 590-го безумие распространилось по подземелью, подобно чуме. Кто-то даже предполагает, что чума, которая свирепствует в королевстве Рондона, есть причина всего этого, но симптомы у этого совсем другие. Даже больше, совершенно другие. Вменяемые остатки войск укрылись в шахтах в надежде, что королевство пришлет нам помощь в ближайшем будущем. Надежда угасает. Капитан Рудимер отправился в город пещерных людей и обменял тот старый артефакт на еду и припасы. Сейчас и они подходят к концу. Мы... По возможности ходим на вылазки за бочками с едой, но найденного не хватает, чтобы прокормить нас всех. Надежды почти нет. Потому как даже капитан, по-видимому, потерял рассудок несколько дней назад. Он убежал в темноту подземелья в одних обмотках. Неужели нам правда суждено умереть в этих шахтах? Очень оптимистично. Твою за ног. Там что-то стоит, если что. Там что-то стоит. Вагонетка. Заполни камнями. Взять камень. Ты берешь камень. Спасибо. Булыжники. Бочка булыжников. Стойте. Что мы можем скрафтить? Кожа гуля. Мех повелителя мух. Так, хочу ли я... Синий флакончик у нас восстанавливает смесь красный и синий. У меня красной травы-то нету. А, это очень фигово. Так, черничный пирог. У меня есть, кстати, черничные пироги, чтобы лечиться. Точно, грибной рагу. У меня нет красной травы. Хочу ли я смешать две синих? Оно даст только двадцаточку хпшки. Что там по голоду? Блин, голод.
Офига я такой побитый. Когда меня успели так избить? Минечку, у меня нет никакого эффекта на меня наложенного. Вот это наемник! Ой! Эй! Рад видеть тебя живым! Я волновался до тебя! Блин, Мунлес, кормить чем-то придется, наверное, мясом. У меня нет больше гнилого мяса! Прикиньте, если она одичает. Ну, блин, надо было больше взять. Я тоже рад тебя видеть. Честно, я не хочу просто с ним ссориться. Да, я уж точно не хочу оставаться в одиночку в этом ужасном месте. Я буду держаться с вами, ребят, будьте уверены. Погодите. Что у тебя? У тебя скимитар. На тебе, наверное, щит с орлом. На тебе, голову тебя ничего нет, кожаный доспех. У меня нет ничего лучше кожаного доспеха. Но, возможно, у меня есть... Я дам тебе тесак вместо скимитара. Он чуть побольше урона наносит. Так, голод. Голод. Давайте... Овощной пирог. Мясной пирог. Не, ну... Пироги, это, конечно, супер. Давайте, погодите, рагу. Черничный пирог, это хилка. Синяя трава, зелье жизни, флакон, пила. Вот, грибное рагу. На, покушай. А чем волчицу кормить? Я не знаю пока что. Если она ест что-то другое, было бы хорошо. Устройство, которое используют шахтеры. Ты понятия не имеешь о его назначении. Рычаги заржавели и боль не пригодны для использования. Жаль. Устройство, которое используешь шахтер, ты понятия не имеешь, та-та-та, рычаги более непригодны к использованию. Это плохо. То, что я не имею понятия. Дайте мне кровать, пожалуйста. Я не хочу возвращаться, там та штука, я через нее не пройду, я практически уверен. Возвращение блудного воя. Епрст, тут лабиринты с призраками, идите в задницу! Ладно. Более-менее у нас накопилась некая пати. Чему я несказанно рад. Пробуем выломать. 77. Опа, 242. Опа, нам хватило. Удалось выломать силой. Охранник. А если я буду... Акульи зубы я получаю. Если я буду замаскирован, он на мою пати кинется или нет? Вот что мне интересно. То есть, ну, я бы, наверное, с ним не дрался. Здесь какие-то грубые описания, что вот до чего все это дошло. Прости нас, Алмер. Бочка была обчищена и сейчас пуста. Кастрюля. Очень информативно. Вопрос вот в чем. Нет. Та-та-та-та-та-та. Но это было бы нелогично, но если я одену кожу стража, он меня пропустит или он кинется на остальных моих ребят? Вроде как ему пофиг. Атакуем. Хорошо. Удалось. Привет. Такой на креслице сидит. Сильно изуродованный скелет. Некоторые кости отсутствуют, а на тех, что остались, можно увидеть следы когтей и зубов. Как я этому рад. Ящики были обчищены, сейчас пусты. То есть кто-то здесь побывал до нас. Сундук, похоже, он заперт. Открыть. Орел, черт с ним. Немного опиума. То есть я проиграл и все равно нашел. Чувак, уйди, пожалуйста. Спасибо. А, тут, собственно, больше и нет ничего. Я сейчас подожду, пока он пройдет. Тут точно больше ничего нету-то.
стражник. Сейчас он туда уйдет. Слабеет от голода. Фига. Так. Жареное мясо. Нет, не буду я пока что готовые ингредиенты. Где там был этот грибной рагу? Вот. Сюда, пожалуйста. Пока что похожу в этой вот одежке, потому что, возможно, она меня еще раз спасет. Спасет она, ага, сейчас. Экипировка. Тело. Ладно, доспехи. Оно на меня согрелось. Ну, нам, видимо, придется с одним из них сразиться. Тут один и там один. У нас там сзади еще остались неисследованные территории. Ёлки-палки, как тут все. Ну, на... шахта обрушилась. Палки выглядят шаткими и ветхими. Такое ощущение, что вот-вот рухнет. Ты можешь взорвать. Давай. Я, по-моему, последний огромный флакон трачу. А, нас всех убило, к черту. Тоннель шахты обвалились, но тебе удалось выжить. Тебя завалило под камнями и валунами, ты пробуешь пошевелиться, но тебе это не удается. До свидания, конец игры. Ла-ла-ла. Хорошо, хорошо, круто. Я там думал, где я буду сохраняться. Ага, сейчас. Так, быстренько валим за девочкой. Заодно забираем гнилое мясо. Наверное, я возьму еще больше гнилого мяса. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы все это сделаем быстрее. Хочу ли я нападать на дракона, на вот этого? Мы его, в принципе, неплохо так отшмонали. А с другой стороны, нам повезло. Там эта каменная корона. Нужна ли мне эта каменная корона? Давайте... Так, мясо. Так, а тут больше точно нету? Я хочу еще. Взять. Ладно, гнилое мясо мы забрали. Серия просто эпическая сегодня, не знаю. Мне пока очень нравится то, что происходит. Ну, я, по крайней мере, еще доволен тем, что все-таки наемник к нам вернулся. Да, он убежал! Мне кажется, если бы мы на него заагрились, то он бы на нас напал и всякое такое. А так, ну, типа, ладно, чувак, фиг с тобой. Так, 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 куда нам сейчас? Получается, взрывать там нельзя. Ну, это было логично, скорее всего, что так произойдет, что шахта обвалится. Но мне показалось, а вдруг там все-таки будет какой-то проход. Я на секундочку забыл, в какую игру мы играем. Так что, да. Какой к черту проход? Было ясно написано, чувак, все плохо, не трогай. Да, а если взорвать? Бам! Хорошо. Так, получается, что сейчас мы пойдем за волчицей. Потом мы, наверное... Хочу ли еще раз драться с этим драконом? И будет ли такой же хороший результат от того, что я с ним подерусь? Корона. Корона... У нас, в принципе, защиты на голову сейчас никакой нету, поэтому... Я думаю, что корона была бы хорошей вещью. С другой стороны... Так. Поехали отсюда. Да, использовать. Я вроде как ничего не забыл. Поехали. Надо будет сейчас посмотреть, это до того, как появилась сущность, или после. Идите нафиг. Сейчас я обыщу ящики за тыквой. А, собственно, да, волчица. Волчица же здесь. Идем, забираем волчицу. Так, умение поговорить. А ты... Хорошо. А ты у нас защищаешься.
Пытаешься поговорить, предложить гнилое мясо. Умение поговорить на этого. А ты у нас защищаешься. Пытаешься, да, гнилое мясо. Хорошо. Похоже, безлуница понимает тебя. Отлично. Забрали в команду, на этот раз даже не потратив травки, что очень приятно, потому что в прошлый раз я об этом очень сильно сокрушался. Но игра всегда дает второй шанс. О, заплесневелый бред. Черт. В смысле метит территорию? А это что сейчас было-то? Пометил территорию. А, да, ужасающее присутствие. Это вот здесь вот этот чувак появляется. Что-нибудь полезное? 2 сушеных гриба. Масло. Пожалуйста, добавьте. Пилу нахожу. Это суперски. Блокирует путь. Взять камень. Спасибо. Я не знаю, зачем мне камень. Посмотрим. Очень давно написал, что символы почти тогда стерлись. Что-нибудь полезное? Перо. Или Пьеро. Так, выломать. Все выламываем. Нет, на самом деле, да, у нее атаки не такие сильные, но вполне приемлемо то, что... талисман очищения. О, теперь у нас, кстати, не было талисмана, метательный нож. Мы теперь можем пройти в дверь, но мы теперь не можем просто вернуться. А так все нормально, все хорошо. Так, тут у нас этот чертов дракон. Дверь, выломать дверь. Атака. Я думаю, что если мы сейчас сходим... за наемником, и тогда, возможно, придем убивать дракона. Если у нас будет такая возможность, я бы лучше сделал так. За наемником это к нам... А, это нам вот тут вот надо взорвать. Да, здесь все-таки взрывается. Вот видите, как бы тоже в шахтах, но здесь мы взорвали, чтобы пройти. Хотя, для справедливости нужно сказать, что там... Слышишь рычание, в нем четкое намерение убивать. Низкозелье, взрывной флакон мы еще один подобрали. Да, дневник неизвестного стражника есть. Где там этот перец? Вон он. Ой, эй. Рад видеть тебя живым. Я волновался. Я тоже рад тебя видеть. Да. Я уж точно не хочу оставаться в одиночку. Все, я буду держаться с вами. Теперь мы, наверное, поедим. Где у нас там рагу было? Грибное рагу. Это я еще не наготовил этих грибных рагу. А, блин, я еще ничего не скрафтил, погодите. Вяленого мяса у нас нету, синей травы, морковка. Овощной пирог делаем. Тушеное рагу. Неплохо. Че вы там говорили, какой там... Так, и вот это вот сделаем, огниво. Палка, кусок ткани. Это мы, получается, кусок ткани на это только что израсходовали. Ладно. Насчет предметов. Где-то вы писали в комментах, что какой-то хавчик там самый лучший, и он... Так, кожаный. Кожаный, броня, стража, голова. Вот, на тебе щит. На тебе... Не буду я эту куклу пока никому давать. Я не знаю, что это такое. А он за нами идет, да? А давайте повоюем. Я не знаю, что это такое, но давайте повоюем. Ох ты ж, блин, это выглядит отвратительно. Ворон-изъятель. Ну, я думаю, надо дубину бить. Ты у нас защищаешься. А ты у нас атакуешь ворон... А, истязатель. Промах! Так. Блин, сломанная кость, но не ваншотнул.
повесил кровотечение. Давайте бьем, бьем дальше дубину. Я не знаю, как потом... как потом перелом лечить. Надо будет посмотреть. 88. Есть! Отрубили дубину. Хорошо. Черт, стая ворон. Вороны выклевали твои глаза, ты теряешь зрение, ты едва можешь разглядеть размытые силуэты то тут, то там, но в основе своей это непроглядная тьма. Твою за ногу, и что я теперь делать-то буду? Так, ноги мы ему подрубили. Ворон-стязатель отщипывает голову. Ох ты ж ё. Так, атака, ну... Я по нему не попаду, да? Атака по голове и атака по голове. Промах, понятно. Промах, понятно. Промах, понятно! Он тоже ослеп теперь. Умение бежать. Отряд пытается сбежать, и да, мы сбежали, но толк от этого, если он опять же на нас нападает. Ладно, я понимаю, что мы сливаемся, да? Отщипывает голову. Он у него ваншотящая атака, он просто голову отщипывает. Ему нужно было, наверное, сразу по башке стрелять. Ну, не стрелять, а бить. Да, он отщипывает голову. Атака. А теперь, когда у него нету дубины, он постоянно будет голову отщипывать, да? Черт. Отщипнул голову, понятно. Терпит поражение. Вторая смерть за сегодня. Хорошо, хорошо. Я примерно понял. Опять же, я думаю, что... Блин, частенько... Кстати, смотрите, девочка с куклой здесь, на основном экране, девочка с куклой. Возможно, это все-таки имеет какое-то значение. Нужно было ей куклу отдать. А возможно, это просто красивая картинка. Ладно, будем на этом тогда заканчивать. Я не знаю, где мы начнем тогда со следующей серии. На ворона я, наверное, уже нападать не буду пока что, по крайней мере. Раз эта тварь на ваншотище такая. Я думал, мы его сможем потихонечку как дракона общипать. Фиг там. Получается, что я опять же за кадром пробегусь, сделаю все то, что мы вот сделали сегодня. Соберу девочку, соберу волчицу, соберу наемника. Окажемся там же в шахтах, но взрывать ее не буду. А, видимо, пойдем драться с призраками, которых я боялся. Я не знаю, как все будет выглядеть. И где мне сохраниться, я тоже не знаю. Потому что я пока не видел там по пути никаких кроватей. А вернуться назад из-за этого ворона я не могу. Пишите, что вы думаете, и если не сложно, может, кто знает, где там и когда будет следующая кровать сохранения, может быть, кто видел, может быть, кто знает, потому что было бы здорово. У меня есть еще одна монетка, я могу рискнуть сохраниться. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем малышек и всем покеда.